Беспредел на высоте. Старинные одесские здания разрушаются под дополнительным весом. На крышах памятников архитектуры вырастают мансарды, башни и целые этажи. Подборку самых кощунственных экспериментов с одесской архитектурой смотрите в сюжете Юлии Федоровой. Дом Рали, улица Пушкинская, 7. Половина фасада в идеальном состоянии. Наведен лоск, дом выглядит как новый. А вторую его часть оставили как есть, без ремонта и реставрации. Мансарда заняла половину крыши дома, над той самой частью, которую привели в порядок. Такого одесская архитектура еще не видела. Любой турист, который ходит по Пушкинской, а Пушкинская ходит 1000 туристов, экскурсии, он сразу на это обращает внимание. Когда поднимает голову, не может быть мансарда на пол здания. Мансарда новодел нарушает исторический облик старинного здания на углу Греческой и Ришелевской. Окна в доме перекосились, фасад в трещинах, провалах, штукатурка осыпается. А на самом верху свежая надстройка. Нагрузка на дом не просчитана. Во дворе пошли трещины по зданию. Окна мансарды и окна третьего этажа. Это насмешка над архитектурой. На крыше доходного дома на Дерибасовской, 17, появилось уродливое кирпичное сооружение. Очередная избушка на памятнике архитектуры 19 века, созданном Францем Бафо. Псевдочерепица. Псевдостиль какой-то. И мансарда занимает 2/3 дома. Строительство мансард экономически более чем оправдано. Не нужно выделять незастроенные земельные участки. Отпадает надобность в устройстве фундаментов, прокладке внешних инженерных сетей. А вот расплачиваться за подросшие чердаки приходится тем, кто живет в старом фонде. Дополнительная нагрузка, неучтенная, она, естественно, влияет на здание. Идут трещины, начинают обваливаться части фасада, падают на головы одесситам. Бизнес на мансардах выглядит крайне привлекательным. За короткий срок можно построить дополнительный этаж и продать его по высокой рыночной цене. Уродливых надстроек на исторических зданиях становится все больше. Остановить этот процесс ни жильцы, ни архитекторы, ни историки не могут, а чиновники не хотят. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Никита Кричко, 7 канал.